У нас первый снег. С первым снегом нас. Поздравьте. А мне как раз прогулка. Еду девочек своих подружек поздравить. Они открыли магазинчик новый. Сейчас поеду их поздравлю. О, кстати, чуть не уехала не в ту сторону. Мне надо еще в одно место заехать. А я чуть не пошла на другую остановку. Но неправильно у меня. Вон там одна моя остановка. Вот там впереди еще одна. И с этой стороны еще одна. У меня полная развязка. Во все стороны. А, и еще вот там. Вот там еще одна остановка. На все четыре стороны. Видите, как я живу. Повезло случайно. Ну, покажу вам сегодня свою поездку. Куда я еду? Что-нибудь. По секондам хочу пройтись. Ой, автобус мой идет. Все, побежал. Вон мой автобус идет. Где он? Заточка ножей у них есть, буду знать. Буду приходить, затачиваться. Такое здесь место. Музыка, конечно, наверное, нам попортит все. Вот. Вот. Прямо на входе. Привет! Привет, дорогая! С новосельками! Минус 30%. Прям хорошенько. Размерчик такой. Извиняюсь за тихий голос. Размер такой очень не маленький. Но это 46 написано. Такая буха. Классная. О, сегодня и здесь 30%. Все, во втором идем смотреть, что есть. Просто повеселить своих основных зрителей и пятеркистов. Сегодня вот так пусто-пусто. И вот еще, гляньте, что я нашла. Винтажный ежик. Винтажный ежик. А видите, что я нашла? Это все ручная вышивка. И я не знаю, как мне поступить. Затянет оно очень немало. И взять, лишь бы оно у меня было, вот я не могу понять. Но представляете, ручная работа, Индия. Это вообще просто. Я не могла это не снять. Гляньте, какие смешные. Это я не могла не снять. Вот винтажик. Это винтажик. Шанель. Здесь все поштучная цена. Гляньте, какой буха. Так, вот фирма. Я прошу прощения, что тихо, но не принято здесь у нас особо снимать. Поэтому простите.
единица 250 рублей, минус 30%. Хотела еще пойти в Хуману, но уже не пойду. Зато купила этот индийский вышитый, не знаю, балдахин. Он, конечно, в одном месте даже ветхий. Ну, мне захотелось, это ручная работа. Я его постираю, пусть лежит. Вдруг куда-то пригодится. Вот, пусть будет. В любом случае, шили его какие-то люди. Очень интересно сделаны. Поэтому я его купила. В Хуману не пойду, хотела прогуляться Хуману, поснимать. В Хуману не пойду. И купила отрез, небольшой кусочек. Очень такой мне понравился. Ну, плотный хлопок какой-то, лен, может, не знаю. Приду домой, покажу, очень интересно. Ну все, пошла по своим делам, девочек еще проведу. Может, поснимаю девчонок, они там пока убирают. Если разрешат, поставлю, покажу. Дай хоть тортик снять. Да, да. Убери пакет. А то, пакет, пакет. А фрукты ты не нарезала, да, тоже. Махонький, да. На невестку, на мою. Ну, какой классный. 55 рублей. Не знаю, дальше будет носить. Забрать ей. Магазин. Поздравляю с днем рождения. Сразу несколько такого же плана. Видите, какая классная. 55 рублей. Все, даже 40. А, все, 55. Ну да, это такая. Ну классно. А, дефект. Я думала, как она так... А, я думала, это дефект. Это бирка. Классно.